Этот уровень я буду проходить как самая маленькая. Я вообще иду вперед. Ну да, не получается. Нет, слишком а у тебя большая. Что? О! Я присела. Давай, жди очередь. А если я буду стоять на лестнице, никто не пройдет. Всем привет, котята, меня зовут Лана, и я думаю, что вы все помните те обе, в которых мы могли становиться крошечными и огромными, и это одно из них. О, чего? Ева? Где эта крошка? Я какая-то не крошка, а обложка, блин. Я же обычного размера, почему вы такие маленькие, ребята? А как это? На меня наступило. Что, Ульяна? Просто. Уронила? О, боже, извини, да, пожалуйста. Не могу встать просто, я так, прыгаю. Давайте теперь вы... А! Какая жесть, вы смотрите, какой Ёша огромный. Да, я. Да, и медленный, между прочим. Маленькие тоже очень медленные. О, зато прыгаем мы так прикольно. Да. Слушайте, ребят, я буду вот в таком размере. Нет, не буду, меня кто-то пнул. Хотела проходить в таком размере, но, видимо, это опасно. Это очень опасно. Но давайте попробуем еще раз. Вот, смотрите, вот. Вот, это я. Ты... Все, ты, в принципе, легла и дальше ничего не сможешь сделать. Ладно. Возможно, это нам понадобится, но давайте вот... Я даже не знаю, какого размера. А вы что, там ушли уже? Ладно, давайте так. Я большой стал. Да я не знаю. Тут пока просто самое обычное обе. Я думаю, здесь вряд ли нужно менять свой размер. Да? Ну, а для чего тогда нам дали эту возможность? Для того, чтобы написать в названии «Grow обе». Ну, мне кажется, это похоже на челлендж. Вот пройти вот так вот, например. Как вам? Зацепить с собой все покупки. Да, кстати. Не наступить на чекпоинт, возможно. Вы смотрите, я просто иду. Это самая легкая обувь. Так, а я тут смогу пройти? Нет. Ладно, этот уровень я буду проходить как самая маленькая. Я вообще иду вперед. Кажется. Нет. Ты можешь только прыгать, ты. Нет, я иду. Я иду, но очень медленно, да. Я еду. Реально едешь. Я врезалась куда-то. В маленькую штуку врезалась. Так, ладно, чуть побольше. А теперь снова поменьше. И. Нормально! Воу! Капец, такая маленькая жизнь. И шустрая, мне нравится. Блин, ладно, я тебя не вижу. А, вот, вижу твой ник, нормально. Я нормально, я тут. Только ник, ладно, видно. Я. Где-то здесь все нормально, все хорошо. Нет. Да блин, а дайте встать. Господи, я сама куда-то побежала, вообще не туда, куда надо было бежать. Так, ага. Слушайте, ну тут, конечно, проблемки у этого обе с вот этими вот размерами. Но в принципе. Ева, что ты наступила? Я сейчас сама на тебя наступлю. Извиняюсь. Ты поняла вообще? Да вы на меня уже наступили. Ой, еще пока я становлюсь обычной. Ой, Ульяна, я уже сдавила, прости, пожалуйста. Ну, немножко. Так, нормально. А, может, вот тут надо быть поменьше, смотрите. Не, ну не настолько, наверное. Меня опять кто-то раздавил. Эй! А, нет, не нужно. Что делать? Кажется, я погибла. Стань маленькой. Право, право, лево. Мне не нравится. Мне кажется, я пойду переступить. А поверху нельзя. Ага. Право, право, лево. Право. Право. Лево. А почему поверху нельзя? Там что, какая-то светяшка какая-то? А тут вот так нельзя? О, можно. Все, пока. Ёша, наступлю. Ты чё, блин? Наступлю. Не наступай. Отстань, пожалуйста. Чё ты такая быстрая и большая? Я медленная, но большая. Слушайте, вот бы сделали обе, в котором реально можно было бы вот так вот менять размер, но при этом это было бы, ну, как-то более оправданно. Вот как те, которые мы давным-давно проходили, я думаю, многие из вас помнят. Так, о, я сюда даже не провалюсь. Нормально. Ну что, как считаете, лучше быть большим или маленьким, когда ты проходишь вот такие обе? Я думаю, большим. А, нет, а я даже не знаю, мне вот нравится маленьким. Обычный размер. Ну, обычный тоже здорово. Ну, обычный это обычное обе, а мы же хотим что-то более интересное. Вау, мне страшно, ты так внезапно становишься большой и маленькой, и то меня раздавишь, то раздавишь. В любом случае. Ну... Да, это проблема больших. Но знаете, мне кажется, что в этом обе вот эту возможность становиться большими сделали специально для того, чтобы мы... Прости, пожалуйста, если кого-то раздавило. Прости, если раздавило, как говорится. Вот. То это сделано специально... О! Ничего себе, я провалилась. Так вот, это сделано специально для того, чтобы
была возможность, ну, короче, наступать постоянно на их покупки. Интересная теория. Они специально рядом тут так поставили их? Ну, да, это логично. Ой, слушайте, а скоро там уже, это второй уровень, значит, мы скоро пройдем это обе до конца. Смотрите, какая маленькая лестница, какая большая я. Я улепетываю от планы просто. Давай, ждите очередь. А если я буду стоять на лестнице, никто не пройдет. Неси меня, Ева. Это некрасиво. Да, пойдем. Да ладно, нормально, так зачекпоинтится. А тут все равно, по-моему, по какой стороне идти. Слушайте, ну, немного медленные, конечно, вот эти вот здоровые персонажи. Давайте вторую часть Оби я буду... Ева, проходи, давай, не толкайся, не крошка тоже мне. Вторую часть Оби я буду проходить вот такой. По-моему, классно. Ой, слушайте, а очень удобно, кстати. Когда вы не самый маленький, а просто чуть поменьше, достаточно повышенная прыгучесть, хочу сказать, и маневренность, очень удобно. И скорость, кстати, возможно, я сейчас его гоню, если, конечно, буду смотреть под ноги. Да. А ты будешь? Ну, видимо, нет. Вот там была ступенька такая, которая исчезла, а я на нее не посмотрела. Так. А я отлетаю. Ничего себе. Так, мне надо поскорее, надо догнать Еву. Не успеешь. В смысле? Ну, нет. А тебе удобно вот тут такой здоровый ходить? Да, очень. А мне кажется, я на все наступаю, все, что можно. Ну, вообще, да, я не видела там светяшек еще. Плюс тут достаточно маленькие, ну... как сказать, вот эти вот пространства между нашими так называемыми ступенями. Зато я не наступаю больше на покупки, и меня это очень радует. Я тоже. А подождите, вы все впереди, что ли? Я думала... Да. Нет. В смысле? Конечно. Это ты там умирала, будучи большой. А мы маленькие, мы быстрые. Да. Да вон Ева тоже здоровая, но шустрая. Что значит тоже? Ну где же она шустрая? Она просто чуть быстрее тебя, а мы-то все равно впереди. Ладно, я немножко увеличусь. Ты уменьшись, ну что ж ты? Зачем? О, ребят. Жизнь тебя не учит. Я придумала, я буду увеличиваться и уменьшаться в процессе. О, тогда провалишься, я пробовал. Да, это точно. А я буду там как надо. Ой, нормально. Нет! Как скажешь. Но это было неплохо. Это было сначала, это было прям классно. Но это весело, мне нравится. Смотрите, вот такие идете, такие. По-моему, прикольно. Так, вот здесь надо быть явно побольше. Вот здесь можно быть немного поменьше. Почему я сразу так не делала? Это очень прикольно выглядит. Так, тут снова. Ладно, у меня вопрос. Больше, да. Ладно. Значит, там будут кружочки такие. Можешь ли ты засунуть в них ноги или нет? Какие кружочки? Ну, ты там дальше увидишь. Я еще не дошла до них. Ну, ты там дальше увидишь. Угу. Сейчас проверим. Ну, ты это, крикни, где я увижу кружочки. Ну, я, конечно. Но если ты не знаешь, как выглядят кружочки, я обязательно тебе крикну. Сообщу, так скажем. Ну, это как олимпийские кольца. Вот. Вот, вижу, кажется. Так, сейчас буду проверять. Так, я уменьшаюсь. Теперь увеличиваюсь. Нет, ты увеличишься наоборот. А, блин, ладно, игрушка нашла. Ага. Вообще. Нет, я падаю. А как? Ёши, как? Вот эти кольца? Ну да, не получается. Нет, а у тебя что-то... О! Я присела. Да. Не, у меня не получалось, я не пробовал. Мне просто стало интересно, но я уже ушел, я подумал об этом. И как бы, а ты как раз там большая идешь. Вот оно как, да? То есть ты эксперименты на мне решил ставить. Да. Ага. Yes. Ясно. Ого, ничего себе, я сейчас вот так подпрыгнула. Я вот пару раз так уже подпрыгивала, это так прикольно. А мне нравится вот так ходить. Не, ребят, это очень классно, это, знаете, прям как-то расслабляет, когда вы вот так вот ходите. Ну ладно, так, это я пройду. Нет, да в смысле? Слушайте, я тоже упала. Не могу привыкнуть к вот этим размерам, поэтому попробую пройти вот так, ага, немножко скользю. Так, отлично, теперь увеличиваемся, чтобы не упасть. Теперь уменьшаемся на чекпоинте, снова уменьшаемся. Опа! Это ты типа это, чтобы быстрее было? Возможно, я не знаю. Да нет, Ева, я, кажется, упала еще до того, как ты дошла. А, ну ладно. Так, ну что, кстати, а сколько здесь уровней? Кажется, соточка должна быть, да? А, нет, подождите, вы же там почти прошли. Да. Ну, мы на 92-м. Уровни ага. Сейчас. А там вообще и есть, возможно, их сотка. Финал. Да должен быть, я думаю. Так, надеюсь, что я тут не упаду.
Нормально. Знаете, мне нравится быть большой. Вот я в жизни крошка, а тут я большая. Так, это я зачекпоинтилась или нет? Я не понимаю. Секунду. Вроде да. Кажется, нет. Вроде да. Да, все правильно. Так, вот так вот. И вот так вот. Не знаю, зачем в эту игру добавили такую функцию. Возможно, кому-то просто хотелось поиграться с вот такими размерами. Как... А я о чем и сказал. Не, но это очень прикольно, это классно. О боже, ты когда уменьшаешься, ты чувствуешь себя такой быстрый. Да, кстати, хотя ты идешь с той же скоростью. Господи, напугали вы меня. Идешь с той же скоростью, а тут можно вот так... Ой, нет, не так. Ну вот, ты увеличите меня. Спасибо. Слушай, это, наверное, единственный уровень, когда нельзя было пройти большим. Да, можно было, можно. Мне кажется, спокойно можно было бы там перелезть. Я теперь тоже огромная, понятно вам всем? Знаете, мы вот как... Ого, Ёша перелетел. Да, я такой, я быстрый, быстрый, очень быстрый. А как это сделать? Это ж иногда случайно. Ёша, в смысле? Ой-ой-ой, а чё ты меня подкидываешь так сильно? Я или Ёша? Извините. Эй, Ёша, Ёша. Не бодайся! Так, там еще какой-то приз нам обещают. А еще тут можно убить всех, и это стоит... Не, не буду, 99 дроп. Ёша, не скидывай мне с чекпоинта. Заморозить тоже столько же стоит. Ага. Ну, вот Ёша бы я, конечно, сейчас немножко заморозила, потому что, ну, как бы... Ты заморозишь всех. Да не толкайся! Не факт, даже себя, может быть. Может быть. Но мне кажется, всех, кроме себя. Ёша, перестань, Ёша. Не могу. Не мешай. Тут не пройти большой. Только для маленьких? Нет, мы попробуем. Опа! Нельзя так. Это нечестно, нечестно, нечестно. Верните меня обратно, пожалуйста. Ёша, помогите. Не могу. А мне? А вот, хорошо, спасибо. Уменьшаемся. И такие, ура, мы прошли. Мы прошли, можем перекраситься вот в этот. И вот в этот очень люблю вот в эти так вот перекрашиваться. Выглядит потрясающе. Немножко ногу надо еще чуть-чуть. Нет, другую вот эту. Ладно, допустим, неплохо, неплохо выглядит. Ева, ты что делаешь? Господи. Мне нравится. А ну-ка. На самом деле, довольно жутко выглядит. О боже, Ёша еще из куртки своей вылазит, как будто куртка остается, а Ёша уменьшается. О, да. Вот я и упал, кстати. О! Ничего себе. Да, случается такое, когда ты вот так вот играешься, бывает, что ты становишься настолько маленьким, что пролетаешь сквозь землю. А, интересно. Слушайте, ну, вроде ничего так. Прикольная игра, давайте скорость немножко увеличим. А, это я уменьшила, вот так. Вот, 50. Скорость 50. Кто-то меня толкнул, поэтому я уменьшаюсь. Беру вот эту штуку, нет, вот эту штуку, и начинаю лететь куда-то в небеса. Интересно, можно ли... В процессе полета тоже увеличится. Ага. А, эта штука не меняет размер. Ну, в принципе, тогда ладно. Ну что, ребят, я надеюсь, что вам понравилась эта игра. Если вы знаете подобные игры, можете еще скинуть, потому что я искала специально какой-нибудь обе, где можно вот так вот вырасти, и особо ничего не нашла, кроме этого. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и увидимся в следующих видео. Всем пока! 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 Пока!